пошел в банк, взял две ячейки, одну большую, одну среднюю, обыкновенную, на 3 месяца, на весь срок регистрации, которая была. Звонил Семен, сказал, пускай, может, Саня, попробуешь, за это 10% там получишь. Попробуешь что? Попробуешь сделать слип. Двое злоумышленников из ближнего зарубежья прибыли на территорию Омской области. В одном из кредитно-финансовых учреждений они арендовали банковские ячейки. Под предлогом размещения денежных средств мужчины заходили в хранилище, где с помощью специального устройства сканировали механизмы замков. Затем полученное изображение отправлялось за пределы Российской Федерации, и на территории иностранного государства изготавливались дубликаты ключей. По данным следствия, злоумышленники получили в свое распоряжение копии 2 ключей, однако воспользоваться ими не успели. Наши сотрудники совместно с представителями регионального управления ФСБ России, а также Росгвардии, задержали одного из фигурантов вблизи государственной границы Российской Федерации в тот момент, когда он пытался покинуть на автомобиле территорию страны. Его сообщник был задержан в арендованной квартире в городе Омске. В ходе обысков нашими сотрудниками были изъяты заготовки и готовые дубликаты ключей от банковских ячеек, а также мобильные телефоны. Следственным управлением УМВД России по Омской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется причастность задержанных к аналогичным кражам в Екатеринбурге, Брянске, Казани и Тюмени.